Так, друзья. Так, друзья, мы... Так, друзья, мы возвращаемся в эфир. У нас перед глазами статистика первой половины. Статистика довольно удручающая по ряду моментов. С одной стороны, да, как мы говорили, МБА там собрали чуть больше подборов, 16 против 13. Это было, ну, так, довольно ожидаемо. Вот, а то, что было неожидаемо, это 14 потерь, которые хозяйки допустили в первой половине. Это очень много. А, вот у меня как-то в голове отложилось, что много – это 20 за матч. Вот все то, что там 18-20, это считается уже такой порог, который, лучше, мягко говоря, не превышать. Вот, и на этом фоне всего лишь 5 потерь у полячек, 3 из которых допустила Макбрайт, просто на правах разыгрывающей. Это, ну, абсолютно. Вот это как раз. Ну, маленький может столько потерь да, делать. Да, это абсолютно бы нормально, потому что с мячом, позволительно ему, работает очень много. По положительным моментам у МБА, ну, можно опять-таки преимущество на счетах. Но есть такие не самые приятные, как показатель полезности плюс-минус, если посмотреть на Сытняк, если посмотреть на Горбачева, на лидеров команды, это минус 16, минус 15, стартовый соответственно. Состав. Да, то есть, если, с одной стороны, да, это нормальная ситуация, когда, условно говоря, команда проигрывает, но вопрос в том, что речь идет о лидерах команды, которые должны вести за собой. Которые должны забивать. Да, это не есть хорошо, и вопрос в том, как тренерский штаб сможет с этим разобраться. Что ж, будем готовить. У нас буквально 2 минуты до начала. Ну, давай скажем, в составе МБА по игрокам, кто сколько забил. Екатерина Сытняк 8 очков, Раиса Андрианова 2 очка, 6 очков Ольга Горбачева, 4 Анастасия Плисова, 7 Людмила Сапова, 2 очка Ольга Аксенова, Анна Лешковцева, капитан команды, 4 очка набрала, и Мария Кайтукова 3 очка. Ну, у полячек, как мы уже отмечали, 18 очков в активе Эллы Мэджик, капитана команды. Также рубеж двузначный преодолели Драгона Станкович и Денеша Стелворс, 11 и 12 очков соответственно. Ну и в шаге 9 очков у Джулии Макбрайт. Возможно, лучшего игрока сегодняшнего матча, помимо 9 очков, у нее 6 результативных передач. Это действительно круто, потому что у МБА суммарно всего 7 за первую половину. Но это вопрос уже о защите польского коллектива. Не дают они, в общем-то, Свободных бросков практически не дают. Вопрос командным взаимодействием. Вот посмотрите, пожалуйста, вот действительно образцовые кружева в исполнении полячек. И да, зачастую, мы, по-моему, видели где-то 5-6 трехочковых бросков, когда, да, полячки просто дают бросить. Ну, как мы с тобой говорили, ну, очень быстро. Продолжение тоже, то есть дают бросать, но какого-то более, скажем так, более надежного продолжения я, например, в тех атаках не видел. Ну, я бы еще хотела добавить, опять же, о чем мы с тобой говорили, что очень быстро двигается мяч у полячек и очень быстро передвигаются сами игроки, взаимодействуют друг с другом, что нельзя сказать про МБА. И нет потерь. То есть физически полячки смотрятся просто лучше, более хорошо подготовленными. Может быть, у них пик формы как раз пришелся на эти игры, а у МБА, может быть, чуть позже. Будем надеяться. Ну, все равно вся борьба впереди. Борьба впереди, конечно. Но вопрос таки в частности и в том, что соперники-то у МБА в группе очень-очень серьезные. И внутри страны дерби будет такое очень непростое. Ну, можно сказать еще про МБА, что она успешно выступает в Кубке России. Они, кстати, добрались до финала 4. И формат проведения, давай турниры немножко расскажем, да, что в групповой стадии участвует 40 команд, которые разделены на 2 конференции. И каждая конференция состоит из 5 групп. В группах команда играет в 2 круга, а далее уже по итогам там выходят в следующий этап. Да, ну а Сапова в очередной раз радует дальним броском, точным дальним броском.
Раньше за такие вот передачи в руки наказывали судьи. О'Нил сейчас так мяч выхватил у своей партнерши. Не попала она в свою очередь свой бросок. И у нас... Сапова вновь с мячом. Вот это вот. Скидка на Горбачева. С маленькой же можно, обыгрывать. Можно было уже обыграть ее и забить. Не прочитала Ольга. Да, ну и дважды, в общем-то, на грани фола. То есть, если в первой ситуации контакт был такой, очень легкий, действительно было движение, фол в атаке я там не увидел, то вот... Движение локтем в краске было такое очень акцентировано. От него бы отлетел и я. Низамова. Проход какой хороший. А там блокшот уже, да, в исполнении. Это все та же Станкович. Драгана Станкович. Драганы. Драганы. Если бы Драган, это... Хорошо, Драганы. В общем-то, разумное было решение. У него был оперативный простор сделать первый шаг. И казалось, что, может быть, у него получится, знаешь, так немножко снизу вывести мяч. Не получилось. Бывает, в принципе, атака вполне себе оправданная и разумная. Небольшая пауза у нас была. Судьи запускают вновь табло. Что фол определяет в защите. Очень плотно опекает полячки. На Екатерины Ситняк, по-моему, получает персональное замечание. Третий фол. Станкович. Да, если, конечно, если Станкович сейчас получит четвертый, то жизнь МБА значительно упростится. Ну и мяч, по-моему, коснулся линии в процессе выноса из-за лицевой. И да, это не успел. С другой стороны, там 5 секунд, в общем, подходили к концу. Надо было что-то сделать, а передачи куда-то за спину они не проходили. Ну, очень здорово у нас прессингует. Кайтукова. Неплохо играет на ногах. Макбрайт, скидка на Стелворд. Очень легко, очень легко. Еще раз обращаем внимание, что дают получать большим в 3 секунды перед собой. Но почему не сыграть впереди? Ну, пускай попробуют перебросить, я не знаю. Там не перебросишь, там уже за спиной, за Стелворд были игроки. Либо же бросать, потому что если перебрасывать выше, то ты в кольцо попадешь. Потому что все эти получения заканчиваются 2 очками. Сапова. Проход, что судья определяет. Фол был, видимо, где-то внизу, пробежки. Ну, сейчас я бы сказал, наверное, фол в пользу защиты, потому что, да, по идее, это уже атака. Там все должно было заканчиваться 2 очками из-под кольца легкими. Ну, так хороший, правильный фол. Полечкам надо дать только должное, да, что они это грамотно используют. Низамова. А там не было ли ноги? Ладно, оставим момент на осмотрение арбитров. Макбрайт постояла, посмотрела, решила бросить. Не точно. Ну, не знаю, в принципе, молодец. Она там, на мой взгляд, абсолютно правильное решение было. Стеллорс находился на прямых ногах. Вот, хороший проход. Молодец. Я поаплодирую. Вот это то, чего мне не хватало в первой половине. Ну и опять заметь, и Станкович, и Стеллорс находились не в краске. Появился оперативный простор. О чем мы говорили, да. Теперь нужно защищаться. МБА не успевает. Ну, это... Кайтукова по скорости ногами, просит замену она. Видимо, подустала. И сейчас Анна Лешковцева, капитан команды, готовится выйти на замену ей. Не знаю, подустала ли, потому что выглядит она довольно бодро и свежей. Может, просто был какой-то контакт, которого мы с тобой не увидели. Ну, давай смотреть, Макбрайт хорошо защищается. Ой, какая... Хорошая передача, какая в исполнении Карины Низамовой и Ольга Горбачева. И где все это было, вот всю первую половину? Где вот эти были элементарные двойки? Конечно, Станкович, может быть, опять-таки, учитывая, что у нее это 3 фола, она, может быть, побоялась сейчас где-то более жестко обороняться. Макбрайт, ну что она? Нет, вот не должны по таким... И все... Ах, внизу как хорошо сыграли сейчас. И знаешь, может быть, надо было... Станкович, это моя казалось, посмотри, она повтор, в общем-то закрыта. Повтор. Она должна была возвращаться в лицевую. Не будет она разворачиваться под правую руку в этой ситуации. И там с 3 сторон ее уже окружили. Можно было просто дать ей постоять. И получила бы она спокойно 3 секунды. И дальше бы отправилась своими делами заниматься уже в защите. Стеллорф. Просто не промахиваясь, мне кажется. Фантастический бросок. Я даже не знаю, что добавить. Это просто украшение. Очень уверенно она бросает. Низамова, какой мяч забивает. Тяжелый, вот это очень авантюрный, мне кажется, проход. Очень тяжелый, тягучий. И мне казалось, что после таких бросков... Фол определяет судья Аня Лешковцева. Не успевала она ногами. Ну и, в общем-то, ладно. Сейчас 6,5 минут до конца. Всего лишь первое командное замечание. Почему бы и нет? Действительно, там Макбрайт на такой скорости могла бы и 2 очка из-под кольца вполне возможно себе набрать. Или кто-то из партнеров. Плюс 11 пока у полячек
из города Быгдыщ. Сытняк забирает мяч на щите, находит Карину Низамову. И смотри, полячка опять успевает вернуться в защиту. Очень быстро они возвращаются в защиту. Ах, казалось бы, что сейчас уже седьмое очко подряд было бы в исполнении разыгрывающей МБА. Не получилось. Пожалуйста, как легко разобрались. Минутный перерыв. Берет вновь Александр Дерацуян. И показывает он жестами, что ну как же там показывает, возвращаться надо было в защиту. Такое очень, очень забавное изображение, как он бежит. 45-58, все еще позади МБА, при этом немножко лучше стало, по крайней мере, в нападении двигаться МБА. Это уже дает какие-то надежды. Еще добавить попадание, взаимодействие и возврат. Самое главное, наверное, возврат в защиту. Вот. Смотрим, что объясняет. Как есть, с одной стороны, работает с маркером, но больше, гораздо больше говорит главный тренер с командой. Здесь сложно что-то придумать. Все то, что мы с тобой говорим, за исключением там, каких-то конкретных эпизодов, это довольно такие азы. Действительно, может, не хватает команде физики, но, как ты сказал, есть там есть и кубок, есть и другие турниры. Просто, может быть, из-за большого количества матчей команда просто, может быть, не до конца восстановилась, хотя кубковые матчи были там уже больше недели назад, по-моему. Кубок, нет, последний на этой неделе был как Премьер-лигу раз. Премьер-лигу они играют. Да. И плюс сейчас неделе. Еврокубок. Низамов с мячом. Горбачева, Лешковцева. Сапова. Хороший заслон. Теперь будет надо бросать. Может быть, немножко поторопилась. Был там возможность у Горбачевой немножко там, чуть лучше занять позицию в краске, сделать уже туда и передачу. Ну что, ну и это влетает. Свободный бросок. Ну нельзя девочкам оставлять свободного игрока на периметре. Да, и Мэджи, по-моему, просто не промахивалась сегодня. Посмотрим, промахивалась она вообще сегодня из-за дуги. Ну да, хорошо, простите, она 5 из 6 реализовала. Ну, что ж такое-то? Хорошая скидка на сытняк. Перейдушка попадает под бор. Горбачев, казалось бы, заберет, но нет, Макбрайт. Быстро бегут маленькие, какой финт! Как красиво! Как красиво, согласна. Десяточка, наверное, я бы сказала. Как она обманула Карину Низамову. Сама себе. Да, обладатель самой яркой прически в сегодняшнем матче, возможно, самого яркого дриблинга и, конечно, финт просто запредельный. Еще раз повтор на ваших экранах. Показывает это уже этот эпизод с фолом, но то, что фол, она показала, да. Действительно выдающееся было движение. Она показала всем своим видом, что нет, все, атака захлебнулась. Пойду-ка да. Я на периметр, а тут бац в другую сторону. Вот, показывает. Все, она даже не смотрела в сторону. Великолепный эпизод. Ладно, возвращаемся на паркет. У нас МБА с мячом. Стелворс вытащили Горбачева. Из краски. Горбачева. Скидка на периметр. Надо бросать, реализовывать. И маленькая Макбрайн. Все хорошо было сделано. Вытащили большую. Сместились на двое. И вновь три очка. Ну, как такое возможно? На это раз Адамович. По-моему, это что-то из серии 8 из 13. То есть процент попадания там... Даже не мужской, это выше мужского. Я 50% не помню, когда видел последний раз по мужикам на уровне международных соревнований. Минутный. Okay.
Что ж, друзья, мы возвращаемся на паркет. МБА в позиционном нападении. 45-66 уступает российская команда. Там произошли замены во время минутного перерыва. На площадке появилась Ольга Аксенова и под номером 9 Раиса Андрианова. А сейчас у нас будет персональное замечание. Схватили Агнешку Шотхемей. Действительно, там прихватывали. Она причем очень эмоционально это показывала. Там схватили ее за руку и так. Еще и подножку успела поставить. Молодец. На опыте. На опыте, да. Макбрайт что-то показывает. Она показывает тренерскому штабу, по-моему, своему, что она цифры, сейчас будет. Цифры, нет, про табло, что там цифры немножко непонятны. Да, сбились цифры у нас на самом табло, на главном. Отображаются не полностью. Некорректно, я бы сказала, да. Наверное. Там судьи будут рассказывать. Да, собственно, у нас на главном табло небольшие проблемы с цифрами, при этом там цифры владения хорошо отображаются на секундомере. Это самое главное. На кольцами, да, это мы будем по ним ориентироваться, и у нас как раз 8 секунд Стеллвас пошла проход. Перехват Аксеновой. Незаму, можно надо, идти. Надо, хорошо, молодец. Осталось только забить. Немножко не почувствовала, мне кажется, эпизод. То есть мы с тобой уже обращали внимание, по-моему, сегодня у нее уже это было. Она сначала подумала, пойду ли я под кольцо, сомневалась, потом подумала, нет, все-таки я туда пойду. И когда он выбрасывал мяч, он оказался как-то прижат у нее к телу, из-за этого не получилось качественного броска. Персональным замечанием тем временем наказывается у нас Джулия Макбрайт. Третье командное замечание. Полячек. Четвертая, смотрю, там готовится поставить флажок. Да, четыре, да, прошу прощения. Каждая последующая будет пробиваться. Кайтукова. Хороший проход. Скинуть. А можно было уже бросать самой, мне кажется. Ну или тогда немножко обратная ситуация Андриановой. Чуть-чуть другую позицию занять во входе и просить передачу, потому что она пошла фактически чуть ли не от столкновения. А там была не Андрианова, ты путаешь, там была Ольга Аксенова. Аксенова была, да? 15 номер, да. Они немножко похожи, может быть, тебе кажется. Это была Аксенова. Измотала Раису Дженнифер Анил, но... Лешковцева с мячом. Смотрим, что она. Опять у нас есть скидка на периметр. Есть хорошее движение, а не увидели. Кайтукова. Очень плотно играет полячки, еще раз повторяюсь. Быстро, не хватает у них сил. Быстро, плотно. Да. И мяч остается у польской команды. Не дают сделать какое-то движение вообще. Я вот смотрю, очень плотно прилипает, как я не знаю. Удивительно, как я уже отмечал, хорошо физически готова команда. То, как они перемещаются и в нападении, и в защите в таком темпе, а потому что там большие. Ну что, это не 3 очка. Здорово тут успела подстраховать Андрианова. Андрианова там как раз снова просит, она пошла в зону за подбор. Надо хорошо забивать. Хорошо забивать Кайтукова. Кайтукова очень активно. Во второй половине. Не первый раз она оказывается под кольцом, не первый раз набирает очки. Мы с тобой говорили про скамейку у полячек, да, а у них за первую половину два игрока вообще не выходили. Да, и по очкам-то, по-моему, там ноль из старта. Там более того, у них на данную минуту только Адамович набрала очки со скамейки. Это дальнее попадание. Все остальное – это игроки старта. Лешковцева в проходе. Мяч так облизал дужку, но не стал проваливаться. Анил несется в быстрый отрыв. Скидка под кольцо. И, пожалуйста, левой рукой 2 очка вновь. Дениша Стеллорд. 18 очков уже набрала тем временем Дениша. Мэджик 23 очка. Так, глядишь, и под 40. Да, у нас очередная неудачная атака. Еще и фол показывают судьи. Лешковцевой. Судья.
Да, но МБА вынужден в очередной раз брать тайм-аут, ничего не получается, и Мэджик, как я говорил, которая, это как раз-таки одна из тех, кому 35, которая дебютировала в 15 лет, поиграла там в Бельгии, во Франции, вот, пожалуйста, набирает там, сколько у нее на данный момент, 23 очка. 23 очка, да. На тему опытных баскетболисток мне вспоминается одно из наиболее болезненных воспоминаний этого лета, матч России и Греции. Ну что, вот сейчас Александр Дерцуян говорил о трешке играть трехочковый бросок. Если получается, бросок не получается, тогда пик-н-поп, то есть отворот опять же на дальнюю. За счет дальнего броска, может быть, сократить чуть-чуть отставание. Потому что 21 очко – это уже многовато. Смотрим, что предложат нам сейчас полячки в нападении. Тем временем у нас в зону стоит, вставили, да. МБА. И подбор остается за россиянками. Сапова там взяла подборкой, Тукова. Хорошее, Замова. Быстрое движение. Ну что, будет? Нет, вынуждены замедлить. Лисова. Кайтукова. Очень хорошо играет на ногах. Фалят, это Макбрайт получит сейчас замечание. Понимает, она не спорит. Ударила по рукам. Это тоже третий, всего лишь третий фол, то есть несколько лидеров польской команды нагружены только тремя фолами. Станкович и Макбрайт. Да, ни 4, ни 5, поэтому вот не самые перспективные направления для атаки. Карина Низамова на линии штрафных. Первый попадает. Два из двух. У нас две атаки, видимо, мы увидим в этой четверти. 40 секунд до конца третьего игрового отрезка. Пытаются разобраться с зоной. В общем-то, пока получается, но очень энергоемкая. Полячки здорово двигают мяч. Неточный бросок. Но из зоны нужно бежать еще, хочется сказать. А МБА шагом переходит. Вот в очередной... Тукова. Ой-ой-ой. Какой бросок! Достигает цели. Гарлем Глобтроттерс оценили бы такой маневр. Очень красиво. Джейсон Кид в свое время баловался такими бросками из-за спины. Еще во времена даже и Далласа, и Джерси. Очень красиво, на скорости в очередной. Уже третий или четвертый раз за эту половину проходит Мария. Еще раз повтор на ваших экранах. Это шедеврально. Очень здорово она разобралась в этой ситуации. 68-51 за 2,7 до конца мяч МБА. Ну и что? Еще чуть-чуть. В режиме американского футбола мы сейчас будем двигаться по несколько ярдов вперед. У нас 2,3 до конца. Единственное, в американском футболе... Будет заброс. Вот он. Будет заброс на Аксенову. И два очка. Молодцом. Вот сыграла. Функции квотербека выполнили. Отличная передача. 53-68. Еще раз повтор на ваших экранах. Все очень здорово. Я просто хотел сказать, что в американском футболе, если не ошибаюсь, последнюю атаку дают сыграть вне зависимости от того, закончилось время или нет. Хотел сказать, что в баскетболе это не получится. Да, 2-3 могут не успеть, но успели. Действительно, есть несколько, уже второй яркий момент в исполнении игроков МБА за последние пару минут. Ну что, у нас... Плюс 15. Люблю хоронить команды заранее. Я бы здесь не хоронил, потому что в случае МБА показывает, что, в общем-то, да, вот несколько атак просто очень, очень качественных. Не буду говорить о бросовых, просто очень качественных. А в свою очередь полячки набрали всего 18 очков за третий игровой отрезок. Это так мало они еще не набирали за четверть. Ну, и опять же, нам важен результат. Как можно меньше проиграть МБА, потому что будут еще ответные матчи, где они
могут выиграть, я думаю, по разнице тогда будут судить. Конечно, и психологически, в общем-то, тоже надо понимать, что уходить с минус 15 и минус 5 – это две абсолютно разные истории. Что, полячки готовы уже начинать четвертый период? Учитывая, Макграй, что... да, на площадке вновь? Да, они не так, да. Адамович, вижу я на площадке Hello Magic. Ну, Стелворс и еще одна 35-летняя опытнейшая баскетболистка Агнешка Шотхеймей на паркете. Ой-ба, Горбачева, Низамова, Лешковцева, Кайтукова и Сапова. Все, вроде всех назвала. Вроде бы так, в любом случае, будем смотреть, что у нас предложит Макбрайт. Очень я завидую ее прическе. Будь у меня волосы, отрастил бы и. Сейчас же делают наращивание. До этого я пока не дошел. Ладно, давай вернемся на площадку. Продолжаем смотреть баскетбол. Снова зону играют у нас МБА. Ну, в концовке третьего периода зона сыграла. Ну, вот сейчас она не сыграла. Известны вот эти два столпа игры против зоны. Это быстрое движение мяча. Хорошо, три столпа. Перегруз и дальние броски. Вот, пожалуйста, одним из этих способов и воспользуйтесь. Ну, и вот уже наведение теряет мяч Сапова. Сапова. Макбрайт. Стелворд. Снова у нас выводит. Совсем одна осталась сейчас на периметре. Игрок под номером 7. Это Агнешка, да. Как раз таки опытнейший игрок. Неоднократно. Тоже обладающий хорошим дальним броском, как мы увидели в прошлой атаке. Хорошо, сейчас Низамова, казалось бы, украла. И что говорят судьи? Что время? 24 время. Секунды. Показал на плечо у нас Ясмина Юрос, сербский арбитр. Да, и вот мы... Немногочисленные болельщики, да, слышно? Слышно поддержку. Но почему не многочисленные? Тут, на самом деле, человек 6-7, не, скажем так... Низамова хорошо как оттеснила спиной. Макбрайт дают фол. Та показывает, что ничего не было. Контакт-то был точно. Давайте смотреть повтор. Макбрайт. Было, ну, такое. Там, конечно, ручка движения, она вниз сделала довольно акцентированная. Да, довольно мимолетная. Ну, собственно, она и уходит на скамейку с четырьмя персональными замечаниями. О'Нил появляется на паркете вместо нее. Был момент, довольно часто они вместе играли одновременно. Первый точно Низамова. Давай смотреть вторую попытку. Два из двух. 8 очков уже Карина Низамова принесла своей команде. О'Нил. Близка к потере. Ой, Низамова упала. После момента О'Нил пойдет под кольцо, видимо, не стало, нет. Агнешка заброс на большую, да. Ну, да. Тут уже тяжело было Лешковцевой сейчас. Сопротивляться и, против. Да, и позицию, в общем, там же, мне кажется, она очень давно проиграла еще на первом шаге. Ну и Горбачева. Это здесь все очень просто. Здесь очень Стелворс проиграл Горбачевой позицию. Та очень хорошо сдвинулась в краску и легкие два очка. 73-57 за 8-20 до конца четвертой четверти. А Стелворс с удобной для себя дистанции. Третий или четвертый раз в сегодняшнем матче она набирает. Не задумываясь, причем бросает, не задумываясь, на 100% вот, уверенность. Да, и то, чем мы говорили, то было у Низамовой, было, по-моему, это у Сытняка, когда они просто задумывались над броском, а у той уже все на уровне инстинктов. К нам прилетел мяч волшебный, мы потрогали. Зарядили. Зарядили положительной энергией. Сейчас посмотрим, насколько это помогло. Низамова. Низамова. Трешка, да, я же говорила. Все, заряженная. Работает. Потому что давал я правой рукой не бросковой. У меня-то бросковая левая, правая отдала. Вот поэтому, видимо, и помогло. Стелворс на периметре. О'Нил. Стелворс просит мяч спиной к кольцу, не получает его при этом. Пик наверху там, что будет бросать. Остается 3 секунды. Ну и все хорошо. Сапова берет мяч. Все очень хорошо. Защищает сейчас против Стелворс. Опять-таки не получила она простор. Не давать выстраиваться.
Полячкам в защите. Быстрее вот, хороший размен, отлично. Прекрасная атака. Очень сейчас здорово Горбачева сыграла. И Стелворд запутался, и О'Нил. В итоге О'Нил оказалась против гораздо более крупной. И Сапова отдала вовремя передачу. Да, вложила в руки просто, я бы сказала. Очень хорошо. И перехват нет. Ну, тем временем, время-то убили на атаку. Зачем же Людмила внизу? Не знаю, стоило ли оно того. По рукам. Но тут, конечно, на опыте Шотхеми показал, сделал такой вот... Паузу. И паузу, то есть она, мне кажется, она искала фол. То есть он видел, что перед ней там двое вылезают. Решила, почему бы не бросить, не увидела, может быть, какого-то более очевидного продолжения атаки. Ну и там, видимо, был фол, я его, честно скажу, не увидел, потому что как раз-таки... Перед фалящим игроком она оказалась первой, точно, Агнешка. Станкович тем временем вернулась на площадку у Артега. Два из двух. Агнешка, шот, хайме. И вновь плюс 15, да? Да, мы вернулись к тому, хотел сказать, чему начинали. Хотя начинали-то мы с 0-0, даже плюс 2 в какой-то момент пользу НБА. Смотрим мы за атакой. Хорошо, качнули. Сапа, и теперь пойдет? Надо заканчивать. Нет, не сумела. И потеря. Что говорят судьи? Судьи говорят, у россиянок остается мяч. Согласен я с ним. И зря Агнешка спорит с судьями. Именно от ее ножки мяч покинул пределы площадки. Много видения, мне кажется, немножко у МБА. Нужно быстрее переводить мяч свободному игроку на свободную сторону. Ну, оставалось буквально там 2 секунды на владение. И пришлось Карине Низамовой бросила. Сверхдальний бросок исполнять. Ну, может быть, и не сверхдальний, но для нее тяжеловато, да. Она девушка такая. Это не Стелворс, который-то, я думаю, с 8 метров бы шмальнул, дали бы ей такую возможность. Ну и потом защитница тоже мешала. Не просто она свободно бросала. 9 секунд остается на владение. О, Нил, хороший. Стелворс не стала бросать, отдала на Мэджик. Мэджик не попала. Что странно, да? Странно, непривычное ощущение в сегодняшнем матче. Уже 23 очка в активе у нее. 22 у Стелворс. Что определяет судья? Двойное видение или что? Ну, в любом случае потерю. Очередную допускают команду. Екатерина Сытняк вместо Карины Низамовой. Да, и в таком случае сейчас разыгрывающий будет Хайтукова, я думаю. Будет. Да, и вот мне, вот, скажу честно, мне ее действия очень нравились, по крайней мере, в нападении во второй половине. А МБА вновь перешла в личную защиту. Ну, мне кажется, что говорят судьи? Екатерина Сидняк дают персональное замечание. Ну, тоже такое. Второе. Конечно, проиграла она позицию Станкович. Спору нет. Но мне кажется, что, по-моему, как раз перешли на личную с выходом Станкович на паркет. Как-то это очень совпало. Ну или, может быть, просто набегались, и тренер принял решение вернуться к персоналке. О'Нил хорошо, Стелворс. И вновь точно. Да. Я не знаю, что добавить здесь. В очередной раз ее оставляют на тех самых 5 метрах, о которых мы сказали буквально свободно на 3-4 минуте матча. Сапова получает заслон от Горбачевой. 9 секунд остается. Должна в ногах она Стоуэрс обходить. Ну, а в итоге получилось то, что получилось. В итоге она уперлась и в нее, и в Агнешку. Попыталась бросить мяч в ноги. Какая скидка сейчас прошла великолепная. Но прошла. Там прочитала Кайтукова. Не прошла и Кайтукова, которую я хвалю. Самое, на мой взгляд, такое одно из прочитала наиболее... Прочитала и видела. Проход. И надо бросать и забрасывать. Нет. Сквознячок в исполнении защитницы МБА. О'Нил пытается что-то там один в один придумать. Кайтукова очень здорово ногами пик, работает. Вот, пик. Пожалуйста, руку чуть-чуть не выбила. Фол теперь определяет судья. Ох, как я... С этим женским баскетболом и нежностью. На самом деле, судьям рознь. Бывает, дают жестко играть, да, на грани. А бывает, судят каждое. Ну, вот здесь не касание, так скажем, но тем не менее. Я все-таки люблю, чтобы контакт был, а здесь, ну, такие контакты. Это вот, знаешь, нежное поглаживание сейчас было с моей Кайтуковой. Ну, а тут что-то совсем безалаберно изобразили полячки. Или даже МБА с своей игрой в обороне, которая, к сожалению, в очередной...
одна против троих борется. И там очень болезненное могло быть падение. Сербский темперамент сейчас проявил себя. Давай посмотрим за эпизодом. А, вот она падает, и тут навалилась сетняк на нее, и мяч остается. Спорный, да, спорный, да, по очередности стрелочке. Владения. Петукова. Ну вот у нас три человека сейчас одновременно оказались на периметре в одном и том же месте. Хороший. Петукова... Нет, чуть-чуть не хватило, мяч уходит за пределы площадки. Станкович готовится ввести мяч из-за лицевой. Плюс 17 тем временем. У Артега 4,8 остается играть до конца, наверное, можно сказать, игры. Здорово, с одной стороны, Сытняк сейчас защищалась, практически сделала перехват. Хорошо, что не попали полячки в этой атаке. И нет. Не точно, не, может быть, немножко поторопилась Аксенова, с другой стороны, куда уже... Ты знаешь, я думаю, не поторопилась, потому что был минутный перерыв, и мы слышали Александр Дирацуян. Дают бросать, бросайте. Да, да, про трехочковый был разговор. Столворс, хорошая передача на Станкович, той помешали, но уже в свою очередь Шотхеймей заняла очень удачную позицию. И давайте посмотрим. И подобрала. Да, подобрала. У нее в свою очередь сетняк оказалась за спиной. Замены в составе обеих команд. По-моему, Низамова вышла у МБА и игрок под номером 8. Да, вроде, ну и Станкович, да? Очень эмоционально она сейчас покидала площадку, махала руками, высказывала возмущение. В радости? Да вряд ли. Там, видимо, все-таки это сетняк, который имел место чуть раньше. Очень она агрессивно махнула рукой. Сейчас села на скамейку и отдельно от остальных. Тогда с этой стороны идем, здесь останавливаемся. Возле всех боковых стараемся вдвоем, желаем. Понятно? Если будет такая ситуация. Уже идем на риск. Все, уже везде сдваиваем. Хотим попытаться перехватить. Это может по нападению. Давайте кулак играть почаще. Через хендов пас, здесь хендов. Кулак, они играют заступом. Перевод на пикинг-стоп. Либо сюда сразу на пикинг-стоп, либо через экстра-пас. Стараемся больше трех очков. Ну, ты слышал, Иван, да, что говорим сейчас Андрей Дирацуян. Терять нечего, нужно бросать. И как можно больше есть возможность, бросаем. Справедливо, то риск, который себя оправдает в любом случае, потому что минус 17, как мы уже говорили, это не минус 5, за который, может быть, там имел смысл. С которым можно было бы работать, скажем так. Столворс разворачивается в удобную сторону, на этот раз не попадает. Тоже немножко необычное зрелище по ходу сегодняшнего матча. И уже все пятером за 4 секунды они полячки были на своей половине паркета. И дважды чуть не перехватывает Агнешка. Андрианова будет выносить из-за боковой линии. Двигаются хорошо сейчас. Но тоже, вот смотри, 4 человека стоят на периметре. Когда-то ты мне сама рассказывала, что нельзя так делать, что разыгрывающий должен двигаться с мячом, и тогда все остальные игроки будут двигаться вслед за ним. А в итоге мы получаем такое, я бы назвал, стационарным нападением, где и изоляцию они сыграть не могут, потому что большая под кольцом. Унил раскачивает, получает заслон Столворс. Столворс. И вот налево. Успевает выбросить, но не успевает попасть. Вишковцева с мячом, Низамова. Ну и что предложит Раиса? Нет, не точный бросок. Там видно было еще потому, как она двигалась. Вот этот бросок с движением в сторону, без... С отклонением, наверное, да? Без не в сторону даже, просто вот по траектории, когда она двигается, выпрыгивает. Еще и вертикального прыжка там толком не было. Она явно, просто уже явно, что уставшая, там с забитыми ногами. Такие броски... Ну вот броски отчаяния. О'Нил и нет. Не наберет она, не может она набрать первые очки в сегодняшнем матче, потому что очень много. Две минуты осталось до конца игры. Низамова с мячом, трехочковый бросок, не точно.
И фалит там Раиса. На Андрианова, по-моему. Андрианова. Дадут фол. На Адамович. Получает персональное замечание. Раиса Андрианова, номер 9. А, это еще и пробивной фол. Да, потому что уже пять команд. Пятое командное замечание. Не увидел я флажок. Замена в составе МБА. Вышла Варламова Вероника на площадку. Екатерина Сафонова. И Плисова Анастасия. Ну, болельщики все так же играют без скамейки. Недооценил я их физические возможности. Да, Света оценила. Я дурачок, а Свет молодец. Ну, не надо так говорить. И есть точный бросок. Два из двух. 81 очко. По своему графику национального чемпионата они движутся по количеству набранных. Стабильность – признак мастерства, да, говорят? Да, да, да. И вопрос в том, что мне и казалось. И пропускают. Мы с тобой обращали внимание, да, в начале, что и больше все по графику. Ну, там, да, больше 70, там не пропускают они. Да, около 60 очков. Там у них 260, по-моему, за 4 матча. То есть мы говорим там о 65 за игру, которым они, собственно, сейчас и движутся. В графике, как я говорю, да, в графике идут. По набранным там 360 с чем-то. Ну и вот это те же 90, которые они вполне могут набрать. Варламов Вероника выносит мяч. Не получается. В лицевую не пустили. Много видения, заслон. Опять же, много видения. Еще Плисова бы еще перевод. Дальше, еще бы чуть быстрее. И Плисова вот это надо бросать. Вот точно. Это хорошо. Вот это то, чего нам не хватало, просто движение игроков. Потому что когда все они стояли на периметре и думали, а что бы нам сделать, там, конечно, сейчас было движение рукой, за которое как раз-таки могли дать фол нашему игроку. Я думаю, судьи уже дают доигрывать. Да. Матч. Агнешка, скидка на О'Нил. О'Нил через руку решается бросать, ну и забивает. Набирает-таки она свои первые очки. Набирает первые очки в сегодняшнем матче за минуту до конца, разыгрывающая пуэрториканка. Заслончик бы. Заслончик и скидку. Хорошо увидели вот, под кольцом. Хорошо. Это Анастасию хорошо. Плисову. Что, и минутный перерыв? Тайм-аут берут поляки. Видимо, отработать какие-то моменты вот этой работы перед сиреной, если есть возможность. Почему бы не воспользоваться такой? Конечно, матч уже выигран, как говорится. Есть минутные перерывы, есть возможность еще раз повторить или какую-то новую комбинацию сыграть. Да, потому что тренировки тренировками, а матч формально с незнакомым противником, это совершенно другое. То есть с тем, с кем ты не играешь систематично, который знает твои тактические наработки. Ну и здесь, на самом деле, тренерскому штабу МБА извлечет тренерский штаб уроки сегодняшнего матча. В первую очередь по движению полячек, потому что я уверен, что можно пересмотреть текущую игру и увидеть эти комбинации. То, что их не вижу я, это ни о чем не говорит. Уверен, что тренерский штаб их видит гораздо лучше. Ну и хотя бы не избежать двух вещей. Это вот эти скидки Stalwart на 5-метровую отметку и дальние броски Magic, которые тоже просто надо избежать. Я думаю, тренеры тебя услышат, МБА, и в ответ я на думаю, игре... Что, я думаю, что они предложат гораздо больше. Приложат, да, все усилия. Чтобы этого избежать. Полностью нивелировать вряд ли это получится. Все-таки пока вот такой перехват в исполнении Кайтукова. Кайтукова, давай влевую. Ах, ой. Станкович в очередной раз падает. Не держит Кайтукова ее. Увидел под кольцом ноги. Плисову. Хорошо. Молодец. Плисова показала. Ай-яй-яй-яй. Немножко не хватило. Очень все здорово сделала. И подняла она Станкович и вторую баскетболистку. По-моему, там была Побожия. Ой-ой-ой. Еще одна трешка. Какой же процент попадания у них? Адамович, ну вот я максимально быстро сбегаю после... Уже буквально через 15 секунд я отправлюсь в транспорт за статистикой. Вновь плюс 20. Последняя атака. Что она предложит? МБА. Скидка Плисова, на периметр. Скидка. Надо бросать. Надо бросать и попадать, и попадает. Попадает. Ольга Аксенова. Все, друзья. Матч наш завершается. Со счетом. 87-70 одерживает победу команда Артега. Передаю слово Светлане. Я быстро-быстро удалюсь за статистикой. И мы вернемся буквально через там минутку.
city noise out there. It's like a rave, we burn it down like blood fire. Игре Артега. Самые результативные игроки в составе Артега — это Мэджик, набравшая 23 очка. А, нет, плюс одно, на одно очко больше забила Стейлворд. 24, 13 очков Макбрайт забила. 11 очков Станкович, 5 очков забила Агнешка. 8 очков Адамович. 2 очка О'Нил. Вроде бы всех назвала у команды МБА. Самая результативная — Карина Низамова, набравшая 11 очков. 10 очков Людмила Сапова. 8 Екатерина Сытняк. По 7 очков забили Ольга Аксенова и Кайтукова Мария. 4 очка Лешковцева. И 2 очка принесла своей команде Раиса Андрианова. В принципе, что можно сказать об игре? Не было защиты. Вот мы разговаривали с Иваном Воронцовым, с моим сокомментатором. Медленное передвижение мяча, медленное движение игроков, что дает, как говорится, отрицательные плоды в игре. Сейчас мы с вами увидим интервью, я думаю, тренеров одной и второй команды. Через пару минуточек подойдет Иван, мы посмотрим еще раз статистику, вам немножко расскажем. Ну и поздравляю я, конечно, девушек из команды Артега из города Бытгощ, Польша. Показали они хорошую игру, отличную игру. Вот к нам уже идет тренер команды Артега.